Туроператор TED Travel признал себя банкротом. Авиакомпания «Якутия», сотрудничавшая с ним, продолжает свои договорные обязательства и перевозит россиян в Москву. 340 туристов уже дома. Те клиенты туроператора, которые планируют продолжить свой отпуск, на свои средства покупают билеты, отказавшись от перевозки досрочно. Отметим, что более 750 россиян приобрели путевки у TED Travel. Для перевозки оставшихся туристов рейсы Якутии будут выполнены сегодня и завтра. Напомним, авиакомпания на договорных условиях с туроператором осуществляла чартерные рейсы по маршруту Москва-Анталия-Москва. По полетам из Москвы мы работали с двумя туроператорами, с TED Travel, и работаем и продолжаем работать с компанией Тестур. Правда, сама по себе ситуация вот с таким, с прекращением работы туроператора в высокий сезон, мы с ней столкнулись, конечно, впервые. Туроператор нам все оплатил, так что это самое, в этой части как бы все нормально.